Открытия, которые изменили мир. В сочельник 1906 года радисты судов у берегов США были потрясены. Вместо морзянки из приемника они впервые услышали человеческий голос. Реджинальд Фессенден, демонстрируя свой передатчик, прочитал отрывок из Библии и сыграл на скрипке. Век радио наступил стремительно. На вопрос, кто создал радио, в Америке скажут Тесла, в Италии Маркони, в Германии Герц, а в России Александр Попов. Беспроводная связь стала важнейшим изобретением. Открытия, которые изменили нас.